Мама, покажи картинку, а покажи картиночку. Мама ест. Ну, буква М. Покажи, мама. Покажи картинку. Покажи. Мы. А ну, покажи нам картинку, покажи. Картиночку покажи. Что здесь? Морковочка. Ловушка. И Мишка. И да, Мишка. Буква М. Дальше, следующий. Мама. Мама тоже. Да, давай следующую картинку бери. Давай, какую? Одну бери картиночку. Одну картиночку бери и показывай. Это какая буковка? Какая? Кит. Какая? Катера. Ну, кто там нарисован? Ёлик, ёлка. Ну, значит, какая буковка? Ёк. Ё, правильно. Ё. Ё, да, ё. Как Е, только с двумя точечками. Это какая буковка? Какая? Ну, бери, какую ты знаешь. Бери, какую ты знаешь. Какая это буковка? Какая? А там что нарисовано? Посмотри, там подсказочка. Что там нарисовано? Что нарисовано здесь? М? Фонарик, фотоаппарат. Значит, какая буковка? Какая буковка? Ну да. Давай, вот вчера мы сложили, да, эти пазлы склеили. О, теперь ты решил все вместе поставить. Коль, а называть кто будет? А называть кто будет? Ну, назови хоть еще немножко буковок, назови. Какая это буква? Кто там нарисован? Что там нарисован? Покажи картинку. Что там? Часы и черепаха. Только ты перевернул. И значит, какая буква? Чи. Правильно. Чи. 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 Отложи ее. Вот так. Возьми еще какую-то буковку, какую ты знаешь. Какую ты знаешь? Самую известную. Вертится на языке, да? Не знаешь. А что же там нарисовано? Ну, что там нарисовано? Ну, возьми, какую ты знаешь. Вот эту ты знаешь буковку? Вот, смотри. Вот, буковка. Самая известная. А ну-ка. Какая это буковка? А. А, возьми, на. Видишь? А сзади написано, как она пишется. Буква А. Там арбуз и апельсин. Еще какую ты знаешь хорошую букву? Колечка, ну, называй буковки, не играйся в самолетики. Какие ты буковки знаешь еще? Ты много буковок знаешь. А ну-ка, вот эту ты точно знаешь, вот эту. Вот это какая? С. С. Здесь потому что кто? Кто здесь нарисован? А? Кто? Слон. И кто? Поросята. Но здесь написано свинки. Тоже можно сказать свинки. Две свинки. С. Буква С. А с этой стороны нарисовано, как она пишется. Печатная и прописная. Еще какую буковку ты знаешь? Еще. А ну-ка. Вот эту ты знаешь буковку? А ну-ка. Буква, которая похожа на кого? На кого она похожа? На жука. И там как раз нарисован жук. Какая? Жилав. Ж. Буква Ж. Ж. Жилав. Ж. Жираф. Буква Ж. А ну покажи жирафа. Покажи жирафа. Покажи жирафа. Покажи. Поверни. Поверни картиночку. Поверни. Поверни картиночку. Ну, картиночки маленькие у нас. Вот такой жираф. У жирафа очень длинная шея, да? Еще какие буковки ты знаешь? Супер. Какую? Ну, выбери какую. Какая тебе буковка знакома очень, а? Вот это. Вот простая буковка. А ну-ка, скажи, какая. Вот это какая? Буковка какая? Ну, какая это буковка? Ну, что там нарисовано? Грибочек и груша. Значит, какая буковка? Г. Г. А вот эта буковка, вот, вслед за А идет. Какая буковка? Нет, вслед за Б. Какая это буковка?
Ах, ты любишь играться. Какая буковка? Что здесь нарисовано? М? Что здесь нарисовано? Виноградик, да? И что еще? И вишенка. Значит, какие буковки там? Какая буковка? В. В. Не Б. Б. Б ты уже отложил. Б ты отложил. А вот, вот эту ты знаешь. Вчера ты называла. Ну-ка, скажи, какая это буковка? Коля, ты играться хочешь? Какая это буква? Ты вчера называл. И. И. О, все, полетели, 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 полетели. Ну, все, все. Вот так мы получили сегодня буковки. Коля, в общем, ты эти все буковки буквы, должен выучить. Буквы. Брать и смотреть, что там нарисовано. Зайчик, виноградик, лисичка. Виноградик, да. И это самое. И ты должен я смотреть, как они пишут. Яблоко. Яблоко, буква Я, значит. Я. Ну, а здесь что? Что там нарисовано? Сонное царство, да? Что там нарисовано? А ну, покажи, что там нарисовано. Енот! Твои друзья, енот. Помнишь, ты игрался с енотами? Сейчас. Енот и еда, еда. Ну, это не очень удачная, конечно, еда. Это буква Э. Картинки смотри обязательно, потому что картинки дают подсказку. Ж, жук, ж, жук, ж, жраф. Да. Ну, мы называли эту букву. Давай. Жук, да, да. А вот эта буковка, смотри. Вот эта буковка, видишь, крестик такой. Видишь, там хлеб нарисован. Хомяк. И хомяк. Хомяк. И хлеб. Значит, буква какая? Если хомяк, значит что? Х. 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 Да, да, да. Ну вот, и вот эту буковку не знаешь? Твои любимые. Цыплята там нарисованы. Цыплятки там нарисованы. Какая буковка? Ц. Ц. Так, ну все. Назвал, не назвал, сложил. Главное, что сложила. Вот одна потерялась буковка. Все. Складывай давай. В кошелечек складывай. Складывай в кошелечек буковки. Угу, чтоб они в порядке были. Кошелечек открывай, складывай. Снова, да, будем учить? Или как? Складывай в кошелечек. Открывай. Открытый. Вот. Складывай, давай. К. К. Да. Какая? И. Так. Это какая? Р. Рак. Р. Так. Это какая? Так я ж не увидала. Ты мне не показал. Буква Г там была. Грибок. Так, дальше. Давай. Какая? М. М. Морковь. Правильно. М. Морковь? И мячик. Мама. 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 Да, мама. Мама. Давай. Мама знает все. Вот. Да. Давай. Мама там в комнате. Давай. Мама гуси. Давай. Это что? Чего ты не показываешь буковку? Щи была баба. Щи была буковка. Мама, ща бабу. Давай, складывай. Какая? Ши. Ши. Это какая? Паук. П. Паук. И... Это буква П. Паук. И паук. Телка, паук. Паук и кто еще? Паук и телка. Паук пчелка, и пчелка, да, пчелка. Паук и пчелка паук, на букву паук, П, конечно. И... Угу, да, это какая? И краткая. Йод. Йод, йога. И... Почему ты не называешь? Называй. Это какая? Искал, копаю, 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 копаю.
Буковками не копаю. Давай, складывай. Складывай. Это какая? Какая? Слон. Свинки. Ну, скажи, с буква. С. Или С. С. Нас учили. С. Это какая? Л. О. Так, букву ты не показываешь мне. Ф. Ну, картинку показывай. ВФ, правильно. Давай, что там дальше? Буковки. Картинки показывай. Называй буковки. Много букв. Да, Коля, много букв. Какая? У. У. Вот как много их, да? Жук. Какая? Жук. Значит, какая буква? Жук. Ж. Ж. Жук. Жук. Ж. Ж. Первая буква. Жук. Ж. Жираф. Жук. 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 Жираф. Давай, жук. Складывай. Жук. И жираф. Жираф. Да, жираф. Жук. Жук. И жираф. Ну, складывай быстренько. Складывай. Ты же закрыл. Ты же закрыл его только что. Кулечек закрыл только что. Ты закрыл и не заметил. В эту сторону открывай. Вот. Давай. Дальше. Какая? Чи была. Это какая? Ты уже не хочешь назад. Х была. Х. С. С. З. З. Это какая? Я. М. Да. Я заметила. Это какая? Юла. Ю. Юла. Ю, значит. Д. Дом. Дерево. Это какая? Какая? Я. 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 Сила. Это что? Ё. Ё. Ёлочка. Это какая? А. А. Букву ты хорошо знаешь. Это какой знак? Твердый знак. Твердый знак, правильно. Твердый знак ты хорошо почему-то выучил. Б. Б. Вот мы тогда не нашли, сейчас нашли. Все, закрывай папочку. Закрывай. Все. Урок окончен. А какая у нас папочка? Ну, давай посмотрим, что здесь нарисовано. Книжка здесь нарисована, да? Книжка. А это что? Планета. Планета, планета, а вокруг планета Земля, да. А вокруг планета. Нее всякие другие планеты. Вот такая. Полетели. Специально для того, чтобы полетели. Знания свои повышать. Ну все, закончили, Коля? Закончили. Все, молодец. 5 я тебе ставлю сегодня. 5 за занятие. Ты яйца одел? В эти чехольчики, да, такие красивые. И буковки получила. Вот яйца какие у нас красивые получились. Колечка сам одевал несколько яиц. Ну и еще картинкой мы должны похвастаться обязательно. Картинку вот мы сделали, приклеили. Она у нас висит нормально. И не падает, да? Паровозик там мчится, да? Коля, паровозик мчится на нашей картине. Картина тебе нравится, Коля? Нравится. Нравится, да. Хорошо мы делали картинку. Вот. Коля хорошо занимается. Молодец. Закончили занятия. Всем пока-пока. А кукочки. Все.